В эфире информационная программа «Новости Староскол», в студии Ольга Шалыгина. Здравствуйте! За последние сутки в Старомосколе зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии – 7084. Из них 6238 староскольцев выздоровели, 116 человек скончались и 730 проходят лечение. Всего в регионе около 35 тысяч подтвержденных тестов на COVID-19. Почти 34 тысячи жителей Белгородчины победили болезнь. Умерших – 683. Лечатся на дому почти 3 тысячи человек. В стационарах 953 пациента, в том числе 25 подключены к аппаратам ИВЛ. На данный момент полный курс вакцинации прошли почти 214 тысяч жителей области. Первый компонент получили 285,5 тысяч человек. 26 мая профессиональный праздник отмечают предприниматели. Сегодня в Староскольском округе зарегистрировано 12 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых задействованы 30% всего работающего населения. Герои нашего следующего сюжета однажды решились на перемены и превратили любимое дело в успешный бизнес. Светлана Умброс больше 20 лет в спортиндустрии. В начале 2000-х открыла ИП, арендовала зал, купила коврики и гантели для групповых занятий по фитнесу. Но в 2010-м ушла в наемные работники, инструктором в крупный спорткомплекс. В ноябре прошлого года решила вновь стать предпринимателем и открыла свою студию пилатеса. Ну, первое время мне было, конечно, некомфортно, потому что когда я работала, у меня был соцпакет, то есть у меня был работодатель, гарантированная зарплата. И первое время мне было как-то очень, да, не по себе, что я теперь птица вольная. Светлана зарегистрировалась как самозанятая. Для этого потребовалось всего 10 минут. Налоговый платеж формируется автоматически в приложении. От занятия любимым делом теперь ничто не отвлекает. Есть, как сказать, приложение в телефоне, там я регистрируюсь, я формирую чек и отправляю, и потом сразу считается налог, и приходит раз в месяц мне налог, который надо платить, и там же я в кабинете этот налог оплачиваю. То есть не надо никуда идти, не надо стоять в очередях или ждать, брать талончик. То есть очень удобно. Староскольец Денис Сенин превратил в успешный бизнес-проект свою любовь к детям и праздникам. Так, дипломированный педагог стал руководителем ивент-агентства. За 6 лет прошел путь от рядового аниматора до организатора шоу. Сегодня для хранения костюмов, реквизиты и оборудования Денис арендует специальный склад, а финансовую отчетность ведет профессиональный бухгалтер. Работает почти без выходных. Дни рождения, выпускные, свадьбы и юбилеи расписаны на несколько месяцев вперед. Так мы начинали в нашем городе, у нас было несколько человек, всего лишь сейчас их очень много стало, поэтому приходится развиваться, фантазировать, что-то покупать новое. И наш город по поводу, допустим, если взять праздники, у нас город очень развит, даже если сравнить с Петербургом. Наши люди очень привередливы, город небольшой, он перенасыщен уже различными моментами праздника, то есть разные, много всего есть. В сфере услуг вообще больше всего предпринимателей. Татьяна Добринская работает парикмахером с 1996 года. В 2010-м вместе с коллегами приобрела салон, оформила ИП и работает сама на себя. Такой подход к делу дисциплинирует, требует большой самоотдачи и постоянного саморазвития, уверена Татьяна. Вообще, конечно же, труднее работать именно самой, больше ответственности. Ты сама можешь принимать решения, ты сама отвечаешь за свои решения, и ты сама можешь продвигать свой бизнес. Учишься ты всегда, и потом ты добиваешься какой-то цели. Для Виктории Литвиновой предпринимательство – это прежде всего свобода. Чтобы заниматься любимым делом, целый год постигала премудрости составления букетов, а недавно осуществила мечту и открыла цветочный магазин. Когда-то давно закончил институт, и выполнив все пожелания своих родителей, я работала на предприятии. На предприятии, где мы работали определенное количество часов, проходя проходную, уходя вовремя с работы. Было понятно, что нет никакой свободы. Свободы действий, свободы реализации себя, свободы принятия решений. И было принято решение попробовать себя в предпринимательской деятельности.
В Старом Осколе 12 тысяч предпринимателей. Цифра уже несколько лет не снижается. Уровень удалось сохранить даже в пандемию. Это индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия. И самозанятые – это плательщики налога на профессиональный доход, который введен с июля прошлого года. Их у нас уже 2700, с ростом в этом году практически на 1000 человек уже. Поэтому рада, численность не падает, несмотря на коронавирус, несмотря на ограничения в деятельности. Деятельность они ведут, и доля их в обороте за 2020 год составила 110 миллиардов, с ростом на 3% к 2019 году. Ольга Шалыгина, Александр Гончаров, Ирина Чуликова, 9 канал. Вручение самой многочисленной в регионе по числу участников премии состоялось накануне в Белгороде. Стипендию для лучших студентов области благотворительный фонд «Поколение» учредил почти 20 лет назад. За это время ее лауреатами стали 3000 юношей и девушек. По традиции дипломы победителям вручает лично основатель фонда, депутат Государственной Думы Андрей Скотч. Церемония награждения прошла в Белгородской областной филармонии. Без пяти минут учитель начальных классов и информатики Оскольченко Надежда Коростелева поучаствовать в конкурсе «Лучший студент региона» решилась впервые. Помимо солидной материальной поддержки 20 тысяч рублей ежемесячно, победа придала еще и уверенность в собственных силах. Стипендию за год Надежда решила вложить в строительство собственного дома. Очень хотела с первого курса, так как я 5 лет обучаюсь. И вот только на последнем, 5-м курсе, решила все-таки поучаствовать. В этом году получаю диплом. Уже выбрала школу и иду подавать заявление буквально в конце мая. Будущий фармацевт Александр Рябых намерен ни много ни мало спасти человечество, да и вообще весь животный мир от депрессии. Опыты – дело затратное. Стипендия пришлась как нельзя кстати. Я работаю над способом выделения гиперфорина из травы зверобоя бордериального. И это вещество является антидепрессантом. Депрессией страдает, мне кажется, каждый человек. Даже, можно сказать, животные тоже страдают депрессией. Так что в современном мире антидепрессанты очень нужны. Екатерина Ярченко – лауреат 2-й степени. Спортсменка, комсомолка и просто красавица. Выпускница медколледжа планирует стать врачом, увлечена игрой на барабанах, а в конкурсе победила благодаря неординарным успехам в информатике. Девушка уже является сертифицированным специалистом Microsoft по уровню эксперт. К участию в конкурсе скромную талантливую студентку сподвигла преподаватель. Вот повышенная стипендия отличницы 980 рублей. Вот она сейчас получает 15 тысяч в месяц. Когда она выиграла конкурс и получила первые деньги, она с такой радостью прибежала и сказала: «Вы знаете, я смогла оплатить свои курсы для подготовки поступления в университет». Вот с гордостью вот так вот. Сама, человек сам достиг, сам оплатил, сам заработал. Я очень рада этому событию, это гордость. И я думаю, что мои родители этому очень обрадуются и очень мной будут гордиться. Кем быть и каким быть – вот над чем думает молодежь всех поколений. Андрей Скотч, обращаясь к студентам, помог им ответить на эти, только на первый взгляд, сложные вопросы. Как сказала когда-то моя мама: «Андрюша, если хочешь быть счастливым, обязательно будь добрым. Потому что если не будешь добрым, счастливым быть не получится». Ребята, выбирайте любые профессии. А если вы не выберете, профессия выберет вас. Но знайте, что самое главное – это фундаментальная человеческая доброта. Среди победителей нет случайных людей. Каждый отличник в учебе, научной деятельности, общественной, социальной жизни, волонтерском движении. Стать обладателем стипендии фонда «Поколение» могут даже те, кто учится на коммерческой основе, получают другие стипендии. За 18 лет проведения конкурса выплачено более 85 миллионов рублей. Общее число победителей – 2995 юношей и девушек. Поддержка талантливой молодежи – одно из основных направлений работы благотворительного фонда «Поколение». Студентам всегда живется непросто. Студентам всегда не хватает стипендий. И вообще многого не хватает. Уюта не хватает, комфорта не хватает, внимания от взрослых не хватает. Но поскольку я был студентом, соответственно, решение пришло, как говорится, автоматически. Я понял, что я могу это сделать, я могу эту премию на себе нести. Вот уже прошло много лет, я очень доволен, очень рад, что могу помогать молодым ребятам. Те первые, которым помогали когда-то, они уже стали взрослыми, нашли свое место в жизни. Надеюсь, что все они сегодня счастливы и довольны своими достижениями. Анна Семенова, Алексей Грачев, Ирина Чуликова, 9 канал. Сегодня в России отмечают День конника.
Праздник хоть и неофициальный, но любимый теми, кто не может прожить без запаха конюшни, шелковой гривы и мудрых глаз четвероногих грациозных товарищей. В округе содержится около 170 голов лошадей, и каждая буквально драгоценность для своего хозяина. С тех пор, как человек приручил лошадь, она стала ему товарищем и верным помощником. До изобретения автомобиля была еще и главным транспортом. Сейчас же, по большей части, это домашние любимцы. Лениво нежатся на солнышке и ждут, когда хозяин отведет на водопой. У Натальи Боденчук 5 лошадей и 1 жеребенок. Этот малыш родился всего 2 недели назад. У всех подопечных Натальи свой характер. Умка в табуне – самая утонченная и нежная дама. Фора – веселая. Ника – умная, Алигран – известный. Этот жеребец снимался в кино, теперь на заслуженной актерской пенсии. Лекс появился совсем недавно. 3-летний Мерин еще не особо освоился, но постепенно привыкает. Он стал любимчиком хозяйки. Изначально мы заводили лошадку для дочки, заниматься ипотерапией. Вот. Решение пришло спонтанно. Поехали кататься как-то вот. Ну, решили завести. Решили завести одну, вторую, там третья, четвертая, пятая. На этом не останавливаемся. Первой в семье появилась Ника. Раньше эта лошадка катала всех желающих на Площади Победы. Наталья фактически вызволила ее из неволи. Теперь 11-летняя Николь общается с людьми в удовольствие. Очень многое понимает, а больше всех любит Милану, дочь Натальи. Девочка вместе с мамой ежедневно вычесывает, кормит и выкатывает своих парнокопытных друзей. Начала ее кормить вкусняшками, так мы с ней подружились. А любимая она, потому что как-то у нас какая-то связь, ну, дружба, что ли, не знаю, как это объяснить. Вот. Она любит меня, позволяет мне гладить ее постоянно. Она как ни с кем не общается, только со мной, ну, как-то проявляет к маме какой-то интерес, но со мной она, ну, общается хорошо. Да, Николь? Сейчас она чуть-чуть нервничает. Иметь такое хозяйство непросто, признается Наталья, но это огромное счастье. Кони для меня сейчас все. Моя жизнь, моя любовь и дальнейшее будущее. Мне хочется, чтобы больше людей узнали, какие они замечательные. Научились сидеть в седле, общались с ними. Они дают эмоции. Просто эмоции, их не купишь, их нигде не возьмешь, не подберешь. А они дарят, дарят счастье, дарят радость, забирают весь негатив, забирают стресс. И это действительно ни с чем не сравнимое ощущение, сродни полету или езде на мотоцикле. Только под вами не холодное железо с мотором вместо сердца, а животное, в котором столько жизни и желания нестись в стремглав. Во время верховой езды работают все группы мышц, а лошадь передает всаднику около 100 двигательных импульсов в минуту. Температура тела парнокопытного на градус выше человеческой. Прогреваются суставы, налаживается кровообращение. Ветер в ушах, стук копыт и грива любимой лошади. День конника – отличный повод испытать такие ощущения. Анастасия Конникова, Алексей Грачев, Александр Балакин, 9 канал. Пошла! На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Кристина Каменева. Здравствуйте! Весна вышла на финишную прямую. Заключительная неделя сезона порадует жителей округа по-настоящему летним теплом. Будет преобладать погода преимущественно без осадков и с достаточным количеством солнечного сияния. Показания термометров будут расти. К концу рабочей недели температура воздуха днем прогреется до плюс 27, местами до плюс 30. По данным гидрометцентра, 27 мая в Старомосколе переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем около 26 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 3,6 метра в секунду. Ночью плюс 12-14. Атмосферное давление 749-752 миллиметра ртутного столба.